Минье! Я тебе хоть немного, на мгновение нравилась. Я не любил тебя. Господи, Сансю, о чем ты вообще думаешь? Даже спасла его. И он обрел человеческую форму. Это не лучшее прощание. Сегодня обыкновенный день. Прости, что обидел тебя. Забудь меня и будь счастлива. Не разрушай себя. Разрушение. Значит, лживые боги называете это разрушением. Вот как? Сандзю, пойдем домой. Я исправлю ошибки, которые совершил. Не забудьте так о чужих судьбах. Уйди! Моя жена. Нет. Она мне больше не жена. Она меня ненавидит. Боюсь, я никогда ее не увижу. У меня сегодня обыкновенный день. Вроде как всегда. Водное племя настигло несчастье. По моей вине. Во мне кипит ненависть, и я жажду мести. Нереальность и потерь, это прошлое, поверь. Я хочу стать демоном. Если буду усердно трудиться, то однажды стану бессмертным. И тогда смогу сражаться против демонов и защищать нашу страну. Бог то бок с Богом войны. Ты что творишь? Ты стала демоном. Минье, ты пришел спасти меня. Она забрала мою сущность. Помоги мне. Сандзю, если слышишь меня, верни Танхуань сущность. Слышала, ты снова на поле боя. Я молюсь о твоем благополучии. Я уже давно полюбила тебя. Минье, когда же ты увидишь мою искренность? Я по тебе так сильно скучаю. Я по тебе так сильно скучаю. Ты рядом моя, не далеко. Я обещаю, что заберу сам за мир бессмертный. Я излечу ее и буду защищать. Где ты сейчас? И чем занимался с тех пор, как мы расстались? Все еще на войне. Не получается тебя забыть, как бы ни старалась.